12 февраля, я на даче. Ну что, тут пока еще зима. Вот, но некоторые ощущения весны все равно есть. Очень сильный ветер. Просто буран какой-то прям тут у меня. Качели сами качаются. В чем я усматриваю ощущение весны? Сейчас очень хорошо проявляется цвет коры у различных деревьев и кустарников, особенно вот однолетние приросты становятся более ярко окрашенными, поскольку временами солнце все равно выглядывает, и оно уже греет, оно уже теплое. Вот поэтому, то есть вот когда я в январе приезжала, такого сильного внимания цвет коры на себя не обращала, как вот, например, сейчас. То есть, ну, на первом месте это, конечно же, дёрины. Вот, например, вот такой сочный у него яркий цвет. Вот, и он у меня тут вот с этой точки зрения, куда я сейчас снимаю, получается на фоне более светлый такой зеленовато-коричневой коры ивы. Вот, к сожалению, сейчас пасмурно. Вчера, когда было солнце, настолько сочный цвет коры, настолько он вот обращает на себя внимание, что вот пройти мимо просто невозможно. Значит, ну, хвойные, понятно, да, они. Значит, вот еще дёрин отпрысковый. Вот такой у него цвет коры. Зелено-желтый. Очень красивый. Попозже, вот где-то в мае, когда уже сокодвижение начнется, в апреле, в мае, более теплые дни, еще сочнее, еще ярче будет цвет коры. За ним вот он сидит на фоне дёрина сибирика. Ну, он у меня там не очень хорошо развивается, надо будет в этом году ситуацию немножко подправить. А этот куст, кстати, вот этот вот дёрин отпрысковый, подобрала, гуляла по дачам, кто-то выбросил. Я решила, что добро пропадать. Значит, еще береза. Вот очень ярко выглядит. Заметно. Цвет коры у березы. А здесь перед домом у меня какие-то дикорастущие кустарники. Все время их определяю, все время забываю, что у меня в итоге есть что. Значит, ну вот у одного такой вот зеленый цвет коры. И поскольку в поле зрения попадает одновременно вот с этим кустарником, то тоже вот виден контраст. У этого прям серое. Серое-пресерое. Залетает пурга. Снега, кстати, вот как осел, конечно, он в оттепель, вот, но все равно где-то 10 сантиметров, где-то 15, где-то 20, очень сильно сейчас заметно переметание, как ветер переметает снег. Черемуха мака, она всегда вот такая янтарная. Я сейчас вот повторюсь, хорошо проявляется цвет на однолетних приростах. Вот он как-то становится ярче в это время. Так, еще вот там видно у шиповника. Очень такие зеленые. Зазеленели. Вот, ну, скоро весна. Ну и вы извилистые, вот тоже однолетние приросты прошлогодние. Тоже сейчас вот хорошо проявился цвет. Сама кора такая сероватая. Побеги какие-то
коричнево-красные. Живописно. С большого расстояния не очень, а когда близко подходишь, то есть вот дёрен, он из большого расстояния достаточно хорошо виден. А вот это вот такой вот, надо поближе подойти, чтобы рассмотреть. Очень темные прошлогодние приросты бересклета. По-моему, это у меня бересклет крылатый. То есть вот прошлогодняя кора светлее. А молодая кора более темного цвета. Очень графично получается пучочек.